Возврата не будет. Купил билет на электричку, но передумал ехать, и уплаченных денег уже не вернешь. Такие правила вступают в силу на железной дороге. Пока это нововведение касается лишь пригородных поездов. Но не исключено, что в будущем правило будет действовать на поездах дальнего следования. Возврат билета в электричке возможен только в случае отмены рейса. В правилах также появились гарантии обеспечения доступа маломобильных групп населения к услугам по перевозке. Железнодорожники теперь обязаны оборудовать вагоны и вокзалы для этой категории граждан.